На один день стать сотрудником правоохранительных органов, попытаться сдать нормативы, которые предъявляются к специалистам в погонах, и даже освоить навыки рукопашного боя. Такую цель ставили перед собой представители Брестского районного отдела внутренних дел, проводя новое профориентационное мероприятие. Организовано оно было на спортивном комплексе БФСО «Динамо», где сегодня проходит спортивную и профессиональную подготовку милиционеры. Жизнь изнутри. Как осуществляется подготовка сотрудников, как овладевают навыками практической стрельбы, меткость как развивают. В общем, немножко вид изнутри. Теоретическую часть мы расскажем позже. В принципе, она видна и в кинофильмах, в принципе. Это теоретическая часть, а вот практическую мы сейчас показываем. На сегодняшний день очень много подростков, которым интересна стрельба, интересен рукопашный бой, интересна физическая подготовка, а это составляющая именно сотрудников правоохранительных органов. Доступность и открытость – это те принципы, которые взяли на вооружение правоохранители в рамках экспресс-курса. Все потому, что пригласили милиционеры и юношей, оканчивающих в этом году школу и имеющих основную группу здоровья. Одним словом, те, кто может продолжить службу в структуре. Молодые люди активно включились в обучение, задавали вопросы, пробовали свои силы как в стрельбе, так и в рукопашном бое. Это очень полезно, так как многие сейчас не посещают спортивные залы, не ходят на секции, а вот такие вот мероприятия помогают усвоить самые базовые знания по борьбе. То есть, может, некоторые ученики согласятся пойти в учреждение образования МВД, может, некоторые передумают и станут хорошими атлетами и начнут вообще заниматься спортом. Как показывает практика, такое открытое общение позволяет юношам сделать осознанный выбор будущей профессии, в основе которого собственный опыт. Планируется, что такие мероприятия, а также семинары практикумы аналогичного формата будут продолжены.